На фотографии революционная толпа, возглавляемая пожарными, проходит по театральному проезду в Москве в марте 1917 года. Слева известные магазины «Оружейный Диана» и «Готовое платье Гертель». Пожарная охрана находилась в ведомстве Министерства внутренних дел. Служба пожарных приравнивалась к военной, их рабочий день начинался в 5-6 утра и длился 15-16 часов. Считалось, что пожарные находятся на службе круглые сутки, без выходных, и даже на ночь им не разрешалось снимать сапоги на случай срочного выезда на пожар.